В пресс-службе Международного валютного фонда прокомментировали решение Верховной Рады Украины наделить правительство правом объявлять мораторий на выплату внешних долгов. По мнению Международного валютного фонда, реструктуризация суверенного долга Украины необходима для восстановления финансово-бюджетной устойчивости и покрытия потребностей Украины во внешнем финансировании. Украинские власти ведут совместные дискуссии с держателями бондов. Этим дискуссиям необходимо идти быстро, чтобы достичь указанных целей в соответствии с антикризисной программой, поддерживаемой фондом. Ранее 20 мая премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал ранее принятый закон Верховной Рады Украины, который, по его мнению, по сути является объявлением дефолта одновременно с объявлением форс-мажора по долговым обязательствам. Глава правительства подчеркнул, что и российское государство, и коммерческие банки России должны будут адекватно отреагировать и использовать все возможные средства защиты, включая судебные. Согласно программе Международного валютного фонда, Киеву предложено договориться с кредиторами.